История с самодельными баррикадами в Балаково получила продолжение. Напомним, в одном из микрорайонов шлагбаумом перекрыли дорогу рядом с техникумом. В результате весь поток автомобилей хлынул через двор дома номер 2 по улице Шевченко. Возмущенные жители забаррикадировали въезд в свой двор покрышками и бревнами. Это вызвало недовольство водителей. Один из них чуть не задавил пожилую женщину. На место ЧП выезжали представители районной администрации, депутат округа и наша съемочная группа. На днях стало известно, что, несмотря на сопротивление директора техникума, шлагбаум убрали, и сейчас машины снова следуют мимо учебного заведения. Министр образования региона такой выход не одобряет. По словам Марины Епифановой, сейчас директор техникума собирает документацию, разрешающую пользоваться шлагбаумом на вверенной ему территории.